Добро пожаловать! Для лучшей навигации используйте тайм-коды в описании. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Ребятки 2016 года. Группа коррумпированных копов задумывает крупное ограбление. Они понимают, ради алиби им будет нужно убрать кого-то из своих. И грянул шторм. Сюжет фильма основан на реальных событиях, произошедших в 1952 году, когда сотрудники береговой охраны в самый разгар шторма, используя деревянные моторные лодки, пытались спасти экипаж двух нефтяных танкеров. Как украсть небоскреб? Джошу Ковачу не повезло. Его поимел злобный финансист, живущий в роскошных апартаментах на верхнем этаже небоскреба. Чтобы вернуть деньги, Джош с друзьями решается на грандиозную кражу со взломом. Но одним им это не под силу, и они обращаются к матерому преступнику. Дело за малым. 6 новоявленных друзей Джоушена должны пробраться в пентхаус и отыскать 20 миллионов долларов. Прощай, детка, прощай. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!